кажется, приехали. Проходи, присаживайся, тетя. Я схожу за Джумшитом. Он ушел, наверное, на охоту. Проходи в дом, тетя. Собери вещи папы Хикмета. А потом уберешься в доме Джумшита. Какое-то замечательное место. Вон моя ювелирная лавка. Идемте, ребята. Нет. У нашего зятя есть друг. Пойдемте к нему. Госпожа Сихер, какая разница? Золото. Оно в любой лавке золото. Османа тоже возьмем. Он уже ждет и отведет нас. Доброе утро. Прошу. Вы посмотрите, кто пришел. Заходите. Сначала выпьем кофе. В другой раз, господин Осман. Сначала завершим намеченные дела. Да это все не проблема. Я принесу вам с этого рынка все, что пожелаете. Вам не нужно утомлять себя походами. Проходите, проходите. Заходите внутрь. Давайте, давайте. Ну уже, не стойте. Проходите, не стесняйтесь. Прошу вас. Прошу. Покупатели приезжают даже из Бурсы. Магазин очень популярен. Дела идут как по маслу. Хорошо, поздравляю. Что с тобой, жених? Ты выглядишь грустным. Женщины уже успели тебя замучить? Конечно, нет. Расслабься, расслабься, идем. Я поддержу тебя, заходи. Слушай, Ильяс, магазин в вашем распоряжении. Скажите, что нужно, и вам доставят домой в течение часа. Не волнуйтесь. Да нет никакого дома, Усман. Они будут жить у родителей. Ну, ничего. Так даже лучше. Детям будет удобнее. Асия в любом случае потребуется утюг, фен. Это все нужно покупать. Выбирайте все, что хочется. В каком виде подать кофе? Не очень сладкий. А вам? А мне сладкий. Давай сбежим отсюда. Я больше не выдержу этой суматохи. Ладно, сбежим. И тогда они покусают друг друга. Посмотри на них. Того и гляди. Твоя мама не сдержится и запьет во весь голос. А твоя мама вот-вот сотрет мою в порошок. Я жду этого в любую минуту. Они уже на грани. Ну и отлично. Избавимся от обеих. Оставим их. Пусть поубивают друг друга. Не глупи. А что? Только посмотри на них. Ничего не интересует. Будто бы это мы женимся. Эти дни никогда не вернутся. Пусть наслаждаются. Вот это да. Кажется, кто-то вспомнил, как был невестой. В чем дело? Ты так говоришь, будто тебе 60. Мы тоже еще молоды. Правда? Хочу такое платье. Дай посмотрю. Нет, юбка должна быть в пол. Мама, я больше всего на свете ненавижу свадебные платья в пол. Сестра, все должно быть по правилам. Это не пойдет. Почему нет? Мне это нравится. Посмотрим его. Вы выбирайте, а юбку подогнать не проблема. Правда? Тогда юбка будет длинной. Невероятно. Госпожа Сихер, пусть будет так, как хочет Асие. Ну, как дела? Я тут с ума сойду. Мы не вылезаем из магазинов. Сейчас они смотрят платье, а меня выгнали. Мол, мне нельзя видеть его.
Тогда давай съездим куда-нибудь. В любой момент может разразиться скандал. Я никуда не могу уехать. Например, вчера они поссорились, и мы рано разъехались. Разыщи рок-группу Синана. Я хочу, чтобы они играли на нашей свадьбе. Зачем тебе это? Они не понравятся гостям на свадьбе. Это моя свадьба, дружище. Будем слушать, кого я захочу. Ну ладно, так и быть. Только потом не жалуйся. Беда, они ругаются. Потерпи, немного осталось. Мы будем свободны. И ты обо всем забудешь. Не бывать этому. Они постоянно будут давить на нас. Идем, разберемся, на что ты разозлилась. Я решу эту проблему. Скажи, что ты хочешь, и я все сделаю, обещаю. Я хочу, чтобы свадебное платье было с юбкой такой длины. А еще я хочу заказать вот такие фотографии. Заказать такие фотографии? Давай сделаем эти, они гораздо лучше. Ладно, такие тоже закажем. Они фотографируют по-разному. Ты выбираешь, которые понравились, остальные можешь не брать. Ты шутишь надо мной? Кошмар. Я так не буду фотографироваться. Почему? Ты хочешь опозорить меня перед людьми? Если мои друзья увидят меня таким, надо мной лет 10 будут смеяться. Послушай, не выдумывай всякие глупости, как провинциальная девчонка. Позор какой-то. Мы и так из провинции. А вы откуда? Если желаете, найдем вам столичную девушку. Но, прости, тебе приходится жениться на мне. Верно? Асия, не начинай, пожалуйста. Пак, тебе кажутся смешными даже свадебные фотографии. Неизвестно, как ты будешь потешаться над свадьбой. Похоже, это ты вынуждена выйти за меня из-за беременности. Раз ты постоянно создаешь проблемы, каждый раз закатываешь скандалы. Расстаешься со мной, сбегаешь из дома. Стамбул недалеко. Будешь разгуливать сколько захочешь. Я не буду мешать твоей свободе. Ильяс! Ильяс, ладно, Ильяс! Ну хорошо, хватит уже. Хорошо. Обойдемся без ангелов. Сделаем обычные фотографии. Что это? Купил, пока ждал. На свои деньги. Денег хватило только на это. Чтобы ты не забывала, что ты моя. Послушай, сынок, меня ничто не заставит еще раз встретиться с этой семьей. У меня будет инфаркт. Но нельзя же так. Все имеет свои пределы. Что за невоспитанный народ? Не понимаю я их. Ну что это такое? Мама, зачем ты собралась покупать простыни? Это неприлично. Замолчи. Мама Фатма, назвался груздем, полезай в кузов. Послушай, сынок, я ограничена в средствах. Я не намерена залезть по горло в долги. А эта женщина потащила меня в дорогущую ювелирную лавку. Будто дочери президента покупаем подарок. Нет, честное слово. Я убью мамашу этой девушки. Что происходит, Фатма? Кого собралась убивать? Что ты опять кричишь? На маму напали стервятники, папа Салих. Высосали из нее кучу денег. Беда. Случилось то, чего я опасался. Надеюсь, ты с ними не поругалась? Поругалась и буду ругаться. Нам деньги с неба не падают. Платье и кольцо. Что еще нужно? Дом есть, быт налажен. Пусть приходит, живет. Это уму непостижимо. Что они запросили? Знаешь что? С меня хватит. Ни по каким магазинам я с ними больше не пойду. Скажи этой девушке, что если хочет замуж, пусть выходит.
И не выпендриваются. Нет, так нет. Хватит уже. В конце они запросили бриллиантовое колье за 17 тысяч лир. На этом связь оборвалась. 17 тысяч лир? Папа, эта женщина больная. Хорошо, сынок, что-нибудь купим, но не обязательно же за такую цену. Нет, папа. Купим что-нибудь за 2-3 тысячи, и достаточно.